Меня зовут Павел Морозов, мы в студии Лучкино, и сегодня поговорим с вами о кинодраматургии. Понимая, как строится история, как структурируется изложение мысли, вы не только улучшите свои школьные сочинения или вообще вашу речь, но и самое главное, сделаете лучше ваши фильмы. Потому как из хорошего сценария, в принципе, если постараться, можно сделать плохой фильм. Есть много вариантов, где можно накосячить, как говорят. Но из плохого сценария, какая бы ни была у вас крутая камера, какой бы ни был большой ваш бюджет, как ни талантливы были бы ваши актеры, вы ничего хорошего уже не сделаете. Все, о чем я буду говорить, основано на классических представлениях, на современных представлениях о драматургии. И на том опыте, который мы приобрели за последние годы, объехав более 50 городов с нашим интенсивом «Фильм с нуля», и поняв на практике, что именно сегодня работает в драматургии, каким наиболее быстрым путем дойти к пониманию этой драматургии, и какие есть, например, эффективные поиски сюжета для короткого метра. Драматургия – это то, чему можно научиться за один день. Как ни странно, мне, человеку, который посвятил изучение этой темы больше 10 лет, я утверждаю именно это. Это как ездить на двухколесном велосипеде. Вы поехали вдруг и больше не падаете. Главное понять для себя, это самое важное, что можно снимать, а что нельзя снять. Исключить из ваших текстов то, что в принципе оператор не может зафиксировать. Нужно разобраться в принципе в родах литературы. Что такое драматургия, да? Что такое вот родообразующее понятие, вот это вот драма, что это такое. И из курса литературы, я уверен, вы помните, что у нас есть лирика, эпос и драма. Ну, что такое лирика? Лирика основана на чувствах героя. Что такое эпос? Ну, это обычно это же сказочные какие-то повествования, это героика. В эпосе присутствует и рассказчик тоже, он тоже часть этого литературного произведения. И в эпосе, и в лирике присутствуют такие вещи, как многоописательные части, много чувств героя, чувств автора, настроение автора влияет, различные метафоры, мысли внутри головы. Все это можно описывать, внутренние процессы, их очень много. И, в общем, за это мы и любим литературу. Но, к сожалению, ничего этого нет в драматургии. Ну, представим себе такой текст. Он лежал под двухметровым слоем снега. Чудовищно ныло простреленная на вылет отравленной индийской стрелой нога. И думалось, как же так, я такой молодой 28-летний дизайнер одежды оказался здесь, под Челябинском. И каким же я был дураком, когда не пошел с Катькой в кино и отказался от пирожков с капустой, предложенных ее бабушкой Степанидой Аркадьевной Кузнецовой. Боль, как бы исподволь, медленно пробиралась по ноге, поднималась выше, окутывала сердце, сдавливала легкие, будто бы тонкими кожаными ремнями. И вдруг резко отпускала это, позволяла сделать вдох, после чего где-то в мыслях рассыпалась миллионами фиолетовых иглышек, то ли сладкими воспоминаниями детства, то ли тревожным ожиданием будущей грозы. Вот весь этот бред вполне можно продолжать и дальше. И литература это позволяет. Бумага терпит, что называется. Все это мы можем читать и легко вполне представлять все, что описано в этом тексте. Однако, что мы видим на экране? Снег. Все, что я говорил, все, что было в этом тексте, касается внутренних переживаний, воспоминаний, боли, ощущений от этой боли. Мы их вполне можем понять, но не вполне, а правильно сказать, вообще не можем снять на камеру. Поэтому, если мы избавимся сразу от привычки описывать внутренний процесс, ну, например, создадим для себя такой некий черный список запрещенных слов,
в которых мы исключим почувствовал, подумал, осознал, вспомнил, то вы обнаружите, что вам гораздо легче снимать кино, вам гораздо легче договориться с оператором или снять это самому, гораздо легче найти режиссера, потому что, глядя на ваш текст, режиссер понимает, как это сделать. Что же у нас есть в драматургии, да, раз у нас нет ничего этого, ни настроения, ни стилистики? Да, ведь один пишет так, другой сяк. За это мы и любим авторов разных. Один пишет витиевато, другой рублено. В этом и есть кайф литературы. В драматургии этого нет. Особенно в своей, вот есть драматургия, сценарий, это, допустим, американская запись и литературный сценарий. Вот американская запись, там нет вообще ничего. Никакой стилистики, это строгая разметка. Что с этим делать? Очень мало инструментов. Но есть хорошая новость. Ведь драма, это, ну, как переводится, действие. Драма – это и есть действие. Это не драма, что плохо, не драма, что трагедия. Это действие. И хорошая новость заключается в том, что прямая речь, она включена в это действие. Ну, например, в вашем кадре могут встретиться два человека и другой, один другому сказать приблизительно такой текст. «Ну, здравствуй, Гаврила Петрович. 20 лет мы не виделись с тобой. С того самого боя, когда ты был ранен в спину. И мы оба попали в плен. А ведь ты не выдал меня даже под пытками. Хоть и знал, что это я украл твое мыло. Смотрите, этот бредовый текст сообщил нам очень много. Когда они виделись, как зовут, при каких обстоятельствах, что случилось, как поступил второй, несмотря на то, что знал, что сделал первый в отношении второго. А ведь они только поздоровались. То есть проблемы-то в общем нет. Мы все можем передать зрителю, любую информацию, просто через прямую речь. К этому нужно просто привыкнуть. Ну и еще есть такой способ, как вам отделить сразу литературу, драматургию от всей остальной литературы. Это понять, что и лирика, и эпос сами по себе – это уже законченное произведение искусства. Книга напечатана, мы ее прочли, мы получили нужную эмоцию. Все классно. Все, на этом конец. Когда же мы говорим о литературе драматической, которая существует у нас в двух форматах, либо это пьеса для театра, либо это киносценарий, чем мы собираемся заниматься, то это полуфабрикат. Это еще не готовое произведение искусства. Оно станет целостным, законченным, когда либо будет постановка на сцене театра, либо снимется кинофильм. Это как вот эти в магазине, вы знаете, есть полуфабрикаты, да, котлеты, которые на фотографии изображены зеленью, обжаренные, все там красиво очень, на тарелочке, а внутри достаешь, а там серые, безжизненные, холодные шайбы. И все это станет съедобным только после определенной работы с этим. Справедливости ради, это и после обработки есть нельзя, нужно сказать. Но условимся, что вот понимание вот этого уже позволит нам на один шаг быть ближе к тому, чтобы наши с вами тексты были снимаемыми. Назовем это так. Итак, у нас есть только действие. Это первое. Второе, что у нас есть, это структура этих действий, последовательность этих действий. И вот здесь мы вспоминаем одного замечательного дяденьку, которому мы очень много чем обязаны в нашей цивилизации, очень многими понятиями, структурами, принципом образования, например, в том числе этой лекции, понятию логики. Да, мы же знаем, что такое логика, да, слово мы его знаем. Так вот, на самом деле, каждый раз, когда мы говорим слово «логика», мы подразумеваем аристотелевскую логику. И вот этот дяденька специально для нас сформулировал, что у истории должно быть начало, середина и конец. Это очень простое заявление, скажете вы, и на этом, наверное, надо заканчивать наш урок. Но все не так просто. Когда вы уже, допустим, завтра начнете писать, или сегодня вы обнаружите, что в ваших сценариях то нет начала, то нет середины, то нет конца, куда это потерялось, как так получилось, ведь я писал, я сочинял. Если сказать просто, то начало у нас это завязка,
Середина – это развитие действия, и финал – это развязка. Что такое завязка? Экспозиция, то есть как бы та ситуация, которая была до начала действия, по сути. Нам нужно познакомить зрителя с обстановкой. Где он? И кто главный герой? И инициирующее событие. Если вы будете работать в литературе, станете писателем, а не драматургом, то там немного другие термины. Вы заметите, это стазис, начало это стазис, а инициирующее событие называется первый импульс. Но все это одно и то же. Это профессиональные термины, которые просто нужно знать. Экспозиция – это мир героя. Неважно, плохо ему, хорошо, это не имеет никакого значения с точки зрения структуры. Важно что? То, что находясь в этом мире, он не хочет ничего менять. Независимо от того, хорошо ему или плохо. В жизни, наверное, было бы правильно, чтобы было по-другому. И нравятся нам люди, которые хотят что-то менять. Мало того, нам нравятся люди, которые хотят все поменять. Это пассионарные люди, так называемые. Но в драматургии это плохо. Нам нужен тот, кто не хочет ничего менять. Мы должны познакомиться с его миром и его пассивной вот этой позицией. Затем должно произойти некое событие, вот как раз то, которое называется инициирующим событием. Именно оно заставляет нашего героя, нашего протагониста двинуться вперед, начать действовать. Именно событие двигает сюжет. Это второе правило драматургии. Не просто так он взял и захотел. Следующее, вот это вот развитие действия, которое очень легко звучит, вот это словосочетание, но на самом деле в этом словосочетании оба слова главные. И развитие, и действие. Действие мы уже поняли с вами, почему, что только через действие мы можем передать что-то. А развитие – это единственный способ нам с вами удержать внимание нашего замечательного зрителя. Друзья, время, когда люди выстраивались в очередь на то, чтобы посмотреть, как поезд приходит, да, «Братья Люмьер», первый фильм, это время безнадежно ушло. Сегодня мы стоим в очереди за нашим зрителем. Мы ему говорим: поставь лайк, подпишись на мой канал, пожалуйста, досмотри мой фильм до конца. И уже пока вот это все я говорил, в интернет выложилось 250 тысяч роликов, где котик прыгал на холодильник и не долетел. И нам с вами придется конкурировать вот с этим котиком, что очень непросто. Поэтому развитие действия. Самая большая часть нашего сценария, нашего фильма – это тот инструмент, который заставляет нам держать нашего зрителя во внимании. Если вы упустили или развитие, или действие, вы его потеряли. Каждая новая цель у нашего протагониста, у нашего героя должна быть выше предыдущей. Каждая новая брешь, та цель и брешь – это тоже термины, принятые в профессиональной среде. То есть препятствие к этой цели, неудача при достижении к этой цели должна быть ниже предыдущей. И вот это вот вверх и вниз называется драматические перипетии. Слово перипетии, как и драма, тоже используется сейчас в обиходе не совсем верно, а больше говорится как проблема. Ну, например, я сегодня на эту запись добирался с такими перипетиями, как будто с проблемами. На самом деле перипетия – это смена состояния на противоположное. Именно так мы можем удержать зрителя. Ну, представьте себе, в вашем сценарии жил-был герой какой-то, человек, у которого было все плохо. А потом стало еще хуже, а потом 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 еще хуже. Кому будет это интересно? Никому. Ну, представьте наоборот, у вашего героя было все хорошо, а потом стало еще лучше. А потом еще лучше, а потом еще лучше, а потом еще лучше, а потом еще лучше, а потом еще лучше. Кому это будет интересно? Тоже нет. Только смена состояния на противоположное заставит вашего зрителя быть с вами. Цели и бреши, вот эти ставки их еще называют, всегда растут. Антагонист всегда сильнее. Если вашему герою кто-то противоречит, препятствует, противодействует, главное его свойство – это быть сильнее, чем ваш герой, сильнее, чем протагонист. Иначе ваш зритель не будет сопереживать вашему герою, у него не возникнет вот этого чувства, которое называется эмпатией, сопереживание. Но давайте представим себе такой сценарий. Подъезд обычной пятиэтажки, открываются двери, выбегает молодой человек, он нарядно одет, он в костюме, белая рубашка, бабочка, в руках цветы. Куда он бежит? Понятно, на свидание. Но вдруг он подскальзывается,
и падает плашмя в грязную лужу. Настроение его ухудшилось. Он встает, костюм грязный, рубаха порвана, бабочка на ухе, цветочек сломан. Для него это плохо, а для фильма хорошо. Потому что только что произошла перипетия, смена состояния. Но мы не можем его оставить в таком состоянии. Чтобы продолжать управлять вниманием зрителя, мы должны сделать что-то хорошее для нашего героя. И наш герой, когда падал, он обнаружил под машиной, стоящей рядом, что-то блеснуло. Он достал, и это оказался перстень с огромным бриллиантом. Настроение его улучшилось. Беспокоит ли его одежда? Нет. Беспокоит ли его цветочек? Нет. Беспокоит ли его девушка? Ну, тут зависело бы все от того, что мы заложили бы в экспозицию. Пока мы про девушку ничего не знаем, поэтому не можем ответить. Наш герой бежит в ломбард, закладывает кольцо, получает очень много денег. На что он их должен потратить? Некоторые скажут, купить новую одежду. Но это возвращение к прошлому. Он у нас уже был в одежде. Да? Либо он должен быть в первом кадре в лаптях, там, в рваном, чем-то вообще в очень плохой одежде. И после этого он в смокинге с бабочкой и прекрасно выглядит. То тогда да, это развитие, да, новая цель выше, чем предыдущая. Если нет, то одежда уже не подойдет. Ну, допустим, мы покупаем ему большую красную спортивную машину. Предмет мечтаний. И вот он на этой машине мчит по городу. Все хорошо. Для героя все хорошо. Для фильма плохо. Потому что пора делать перипетию. И наш герой врезается в столб. И разбивает эту машину. Мало того, он был без страховки. То есть машину, он как раз не успел машину застраховать. И страховых выплат ему не будет. Вы скажете, все плохо. Но нет, ведь он у нас был уже без машины. Значит, мы так не можем оставить его. Да, разбил машину. Нет, должно быть что-то плохое. Либо он должен покалечиться. То есть он был здоров, стал калекой. Брешь должна быть ниже, чем в предыдущем уровне. Либо должен появиться хозяин кольца. И появляется антагонист, который всегда сильнее. И понятно, этот антагонист не может быть какой-нибудь бабушкой. Бабушкой, да, я не по кольцо было, я и не помню. Это должен быть кто-то, кто его сильнее. Например, мафиози, который появляется, говорит, чувак, у нас на подъезде камера стояла, мы видели, что ты, это я уронил сегодня кольцо, и ты его подобрал, верни его мне. И здесь появляется еще очень важное правило, драматическое. Оно звучит так, как альтернатива хуже. Что будет, если ваш герой не будет действовать? Что будет, если ваш герой не пойдет, куда вы для него придумали, не возьмет, не начнет что-то делать из того, что вы для него придумали? Если ответ ничего не будет, значит, вашему зрителю будет неинтересно смотреть ваш фильм. Альтернатива должна быть хуже. Поэтому наш мафиози не может ему сказать, типа, ну, раз разбил машину, ну нет, так нет. Ну не вернешь, так не вернешь. Он должен ему сказать, если ты не вернешь, то мы тебя убьем. И мало того, он не может ему сказать когда-нибудь, он ему должен дать срок. То есть мы должны максимально ухудшить теперь ситуацию. То есть теперь он должен деньги, машина разбита. И еще вот в полном метре есть обязательная точка такая, которая называется точка невозврата, приблизительно в середине фильма находится. В коротком метре она не обязательна. Это когда назад уже вернуться нельзя. Ну то есть если бы он не разбил машину, то можно было еще машину вернуть, сдать обратно, там деньги получить, ну допустим там уже вычет ломбарда, взять кредит, пойти и как-то все отскочить, выбрать, забрать кольцо, отдать. Но теперь пути назад нет. И здесь следующее правило. Цель героя меняется. В начале фильма он хотел встретиться с девушкой, а теперь он хочет выжить. Вот эти перипетии должны привести к такой точке, когда дальше мы уже придумать не можем. Вот старайтесь никогда не останавливаться.
То есть не назначить себе, кульминация будет вот это. Да, кульминация — это вот как раз высшая точка конфликта вашего фильма. Постарайтесь довести до такого состояния, когда дальше вы придумать не можете. Довести нужно до самого пика. Там маски сброшены, все понятно, кто где есть, деваться некуда, мы здесь. Прямо сейчас должен решиться этот конфликт, самый большой в этом фильме. Ну, развязка, там уже можно позволить себе падение динамики, она на то и развязка. Внимание ей особо не уделяю, потому что очень часто развязка и завязка и экспозиция — это одно и то же. Вот он шел на свидание, ну и фильм можно закончить так же. Он выходит на свидание после того, как выжил, победил мафию, все это пережил. Он выходит на свидание с цветочком и посмотрел под ноги. Нет, пойду-ка я аккуратненько в сторону. Да, в лужу второй раз падать не буду. Видите, начало и конец один и тот же. Но мы понимаем, что герой уже не тот. И вот это преобразование, в общем-то, это и есть самое главное, ради чего мы вообще работаем, ради чего мы снимаем кино. Итак, давайте с вами зафиксируем вот эти правила, которыми не надо пренебрегать. Герой не хочет ничего менять, события двигают сюжет, антагонист всегда сильнее, альтернатива хуже, ставки всегда растут и цель героя меняется. Этих инструментов вам достаточно для того, чтобы сделать вашу историю непотопляемой. Дальше нам нужно разобраться с тем, что такое тайна и саспенс. Это два основных ключа развития сюжета. В чем разница? Тайна, еще говорят, ответ в прошлом, а саспенс — ответ в будущем. Саспенс — это напряженное ожидание. Этот термин ввел Альфред Хичкок, замечательный британский режиссер. Фильмы его вам покажутся архаичными, я даже не знаю, советовать вам их смотреть или нет. Но этот дядька придумал очень много приемов, как в драматургии, так и в технике съемки кино, которыми все пользуются до сих пор, и многие даже не знают, что это придумал Хичкок. Так вот, саспенс — напряженное ожидание. Что это такое? Приедете в Москву, скажете, у меня сценарий, у вас скажут, у вас саспенс, вы скажете, был, но я уже вылечился. Представим себе детектив. Произошло убийство. Мы не знаем, кто убил. Приходит детектив или сыщик, он на протяжении фильма, опять же, по нарастающим, от менее подозрительным к более подозрительному, от простой улики к сложной улике, двигается к чему? К кульминации. И в кульминации происходит раскрытие этой тайны. Ответ, точнее, в прошлом. Что случилось? Кто убил? И из-за этого вопроса мы сидим перед экраном и смотрим, как это распутывает этот сыщик. Что происходит, когда сценарий написан как саспенс? Произошло убийство. И мы видели, кто убил. Кого убил, как убил, чем убил и даже за что убил. Так вот тебе за то, что ты что-то у меня украл. Мы все знаем. Тайны никакой нет. Почему мы сидим в зале и смотрим этот фильм? А потому что появляется наш протагонист, наш сыщик, который, в отличие от нас, это кино не смотрел. Он не знает, кто убил. И теперь мы наблюдаем за тем, догадается, не догадается, найдет, не найдет. Оказывается так, что они все время рядом ходят. Вот этот наш сыщик и убийца, они все время рядом. Мы ему говорим, да вот же он рядом, смотри, мы сопереживаем ему. Мы напряженно ожидаем, что же случится. Это ответ в будущем. Что случится? В таких детективах наш протагонист должен быть заведомо какой-то слабым человеком. Иметь недостаток, какой-нибудь хромой быть там, или там плохо видит, плохо слышит, или имеет какие-нибудь фобии. Это делается для того, чтобы, как вы помните, антагонист всегда сильнее, чтобы было легко придумать антагониста. За свою вот зрительскую историю, за свою, мой зрительский опыт, я знаю только один фильм, в котором тайна и саспенс были, ну, как бы оба эти ключа находились в одном фильме. В фильме и сменяли один другого. И этот фильм, причем принадлежал авторству вот как раз Альфреда Хичкока. Я не знаю, может кто-нибудь еще так издевался над зрителем. Фильм назывался «Психо» или «Психоз». Сюжет там приблизительно такой. Я могу какие-то детали не вспомнить, потому что я смотрел его лет 20 назад. Какая-то контора, люди расходятся, пока-пока, до понедельника, удачных выходных. И одна девушка остается дольше других. После чего, когда все ушли, она проходит в кабинет директора, открывает сейф, берет оттуда пачки денег, укладывает их в свою дамскую сумочку, после чего берет трубку телефона и говорит что-то вроде «Любимый, я это сделала, встретимся в условном месте». Что это, тайна или саспенс? Очевидно, это саспенс.
Мы видели, кто сделал, что сделал, что у него есть сообщник, что они будут убегать, и мы уже ожидаем, как саспенс, что за ними будут бежать антагонисты, те, кто будет сильнее. Это может быть полиция, это может быть мафия, это может быть начальник этой конторы. Но, в общем, это будет погоня. И мы будем сопереживать, поймают или не поймают. Что происходит дальше? Эта девушка приезжает за город, снимает в загородном отеле в каком-то, снимает комнату, идет принять душ, и там ее убивают. Мы не видим, мы не понимаем, кто это. Просто там тень, что-то черное с ножом. Понимаете, да, что теперь тайна. Мы только что сопереживали, а теперь она мертва. Теперь главный вопрос нас держит. А что случилось? Кто это был? Вот другого такого фильма, где главного героя убили бы в самом начале развития кино, в самом интересном месте, я не знаю. Дальше все развивается как обычная тайна, как типичный детектив. Но просто чтобы вы понимали, что это настолько необычно, ну как если бы вы пошли на футбол, болеть за любимую команду, а через 15 минут вдруг выяснилось бы, что это не футбол, а хоккей, а вашей команды здесь нет. Теперь, друзья, посмотрим на этот слайд и убедимся в том, что русская народная сказка, то, что работает до сих пор, то, что рассказывает детям, и по-прежнему это интересно, проверим, а соответствует ли это аристотелевской драматургии. Колобок, наш протагонист, где он находится? На подоконнике. Плохо ему, хорошо, ну ничего плохого с ним не происходит. Он остывает. Он хочет что-то менять? Нет, герой не хочет ничего менять. Почему же он убегает? Потому что иначе его съедят. А альтернатива хуже. Это правило работает вполне. Чтобы не быть съеденным, он сбегает. Дальше смотрим. Встречает зайца, волка, медведя, лису. Они все сильнее Колобка. Они сильнее Колобка. Значит, антагонист всегда сильнее. Заметьте, здесь нет таракана, лягушки, какой-нибудь воробушка, который хотя бы гипотетически был бы слабее Колобка. Все сильнее Колобка. Хорошо, дальше. Бреши цели всегда растут. Волк сильнее зайца, медведь сильнее волка, а лиса... А лиса у нас находится как будто бы не на том месте. Она должна быть у нас где-то между зайцем и волком. Значит, нам нужно поставить с вами правильный вопрос. А что же убило Колобка? Колобок спел песню. Я от бабушки ушел, от дедушки ушел, от зайца, волка и от медведя ушел, и от тебя тоже уйду. Говоря простым современным языком, он до этого просто всех грузил в этом лесу, да, поясняя, что он уже прошел в этой жизни, что повидал, и все грузились. И тут лиса, он ей говорит, я только что загрузил медведя, я от него ушел. А она ему говорит, классно поешь, уже классная песня. Что произошло вот прямо сейчас? Цель героя изменилась. До этого он хотел просто от всех убежать, а тут ему захотелось, ну, наверное, не знаю, уважения, славы. Впервые его похвалили, он вообще подумал, да, я же пою этой песни, а я певец. Тщеславие. Вот что убило нашего Колобка, нашего героя, тщеславия. И, конечно, это сильнее, чем и зайцы, и волки, медведи, и лиса. Именно поэтому, потому что все здесь структурно в этой сказке, она живет в веках и будет жить дальше. Представьте, если бы что-то было здесь не так. Ну, например, он сначала бы победил медведя, а потом вышел бы заяц. За кого мы переживаем? Это значит, что сместился фокус внимания нашего зрителя. Мы этого допустить не можем. Поэтому вот структура, она обязательна. Бывает, просто нужно два элемента поменять местами. И все сразу заработает. Обратите внимание на этот момент, он очень важен. Итак, давайте я резюмирую. Аристотель. Он не придумал драматургию. Так же, как физики не придумали свет, электричество. Они его открыли, оно существовало и так. И драматургия, в принципе, существовала, потому что существовала психология. И она продолжает существовать. Поэтому эти законы действуют. Опирайтесь на них. Это серьезный фундамент. Это работает. Исключите из ваших текстов внутренний процесс. Само собой, друзья, исключаем все мысли в голове. Да, как фильм про Штирлица в моем детстве был. По коридору ходит какой-то человек в немецкой форме.
военный, а голос за кадром говорит что-то вроде: Штирлиц знал, что через 5 минут ему придется давать объяснение в кабинете Мюллера по поводу своего вчерашнего появления на железнодорожном вокзале. Я просто думаю, как это снимали. Вячеслав Тихонов, актер, это играл. Ему сказали: идите по коридору. Он говорит: ну какая у меня мотивация? Что я должен делать? Как я должен это пере... Идите по коридору, товарищ Тихонов. За вас все скажет голос за кадром. Вот давайте этими вещами не заниматься. Я обучаю так же, как учили меня. Без внутренних диалогов, без титров, без всякой вот этой фигни. И вообще, я вам хочу порекомендовать в последнюю очередь рассчитывать на актера. Актеры, звезды, конечно, мы их все любим, все понятно, они получают Оскара. Но актер – это тот, кто уже, когда все остальное работает, когда у вас уже есть структура, когда все прописано, он уже может там какие-то штрихи, это как приправа какая-то вот в главном блюде, что-то чуть-чуть добавить. Вот это может актер. Потому что я часто встречаю такой текст, в котором написано, допустим, «И тогда мальчик понял, что не нужно обижать бабушку». Да, звучит классно. Мы понимаем, рассказ прочитали, и тогда мальчик понял, что не нужно обижать бабушку. Так заканчиваются многие рассказы. Но представьте вашего актера. Вот я, допустим, ваш актер. Вот камера передо мной. Вы говорите: начали. И я должен это сыграть. Внимание, играю. Мальчик понял, что не нужно обижать бабушку. А теперь, друзья, мальчик не понял. Реально играю. Ну, такие дела. Ну, а теперь по короткому метру конкретно. Во-первых, нужно понимать при выборе тем, что короткий метр не все может позволить. Например, вы не можете добиться высокого уровня эмпатии, сопереживания. Я вам сейчас объясню на примере, на очень простом примере. Представьте себе, вот вы начали смотреть фильм, вы пришли в зал, сели в кресло, экран загорелся, и сразу после титров, бах, звучит выстрел. И на землю падает лицом вниз солдат. Ну, пусть будет в форме красноармейца Великой Отечественной войны. И в спине у него, там, где сердце, дымится дырка. Он погиб. Какие эмоции это у вас вызывает? Ну, может быть, какой-то интерес, типа, чё? Вот не более того. И я знаю почему. Потому что мы не знаем, кто этот человек. А может, это предатель? Может, это шпион? Может, его расстреляли только что, и слава богу? Да, мы ведь ничего не знаем, поэтому, несмотря на то, что только что на наших глазах произошло убийство, оборвалась жизнь человека, мы ничего не чувствуем. Теперь представьте, допустим, 15 минут короткометражный фильм. Два солдата, очевидно, между боями где-то, сидят в окопах, грязные. У каждого в руках консервная банка, вскрытая ножом. И этим же ножом они оттуда поедают там тушенку какую-нибудь или кашу. И друг другу рассказывает, кто чем займется после войны. Я займусь вот этим, а я вот этим. Ты приезжай ко мне. Да нет, ты ко мне приезжай. У нас вот такие девчонки классные. Да приезжай у нас, что девчонки, у нас там земля, там чернозем. Мы там навыращиваем с тобой там кукурузы, не знаю чего. У нас рыбалка, у нас охота. И... после этого один из них встает, и вдруг то ли шальная пуля, то ли снайпер, непонятно, его убивают. И вот тот самый кадр, он падает лицом вниз. Что мы испытываем с вами? Сожаление. Очевидно, сожаление по поводу того, что как минимум у одного из них эта мечта не осуществится. Все его мечты, которые только что он рассказывал, о которых он только что говорил. Теперь представьте полнометражный фильм «90 минут». 22 июня 1941 года. Выпускной. Да, в это время же выпускные. Выпускники гуляют, встречают рассвет вдоль речки. Группками. Эти хохочут, эти на гитаре играют. Ха-ха-ха, ля-ля-ля. Чуть отстали от других парень и девушка. А ей парень ей говорит: знаешь, я
Я не могу никак решиться, я тебе хочу кое-что сказать. Он говорит, ну что, 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 скажи, скажи, что. Ну, в общем, я не знаю. Ну, скажи, скажи. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Ну, ладно, не говори. Нет, я скажу. И вот какой-то такой диалог. И они доходят до своей деревни, где видят, что вся деревня молча стоит возле столба. А на столбе вот этот громкоговоритель. И там продолжается сообщение о том, что на нашу страну, на Советский Союз напали фашисты. Это инициирующее событие. Что дальше? Эти добровольцами, она медсестрой, неважно. В общем, их судьба разлучает. Попадает наш протагонист на курс молодого бойца. Там он, допустим, знакомится с этим парнем. Причем они не сразу подружились, да, все поступенчато должно быть, по Аристотелю. Они конкурировали, они воевали друг с другом, даже дрались. И вот когда уже оказались на фронте, может быть, их отправили в разведку там, или куда-то, один другому спас жизнь в каких-то обстоятельствах. И вот после этого, все это пережив, они сидят вот в этом самом окопе, делятся своими мечтами о будущем, после чего уже один из них встает, и пуля его убивает. Какие чувства теперь мы испытываем? Понимаете, да, как много всего. А представьте 12-серийный сериал. 20-е годы, деревушка. В семье родился мальчик. Назвали его Петя. И вот дальше все. Бабка, детка, кошка, мышка, велосипед, рыбалка, покос, молоко, солнце, сено. 12 серий. Представьте, что ждет нашего зрителя в конце этого фильма, когда наш главный герой погибнет. Сколько эмоций будет там. Поэтому я вам рекомендую вот все, о чем я так много до этого говорил, это принимать во внимание, когда вы занимаетесь коротким метром. Лучше сказать что-то малое, но исчерпывающее, чем попытаться взять что-то большое, но не досказать. Все, о чем мы сейчас говорили, главная цель этого, конечно, это достичь вот сердца и ума нашего зрителя. Не просто снять что-то, чтобы вот посмотрели наши родители, друзья, чтобы мы все поржали, о, прикольно, мы сняли фильм и забыли об этом. Поймите, ваш фильм вы вырастите, ваш фильм все еще будет болтаться где-то на YouTube, в этом цифровом месиве. И если вы немного серьезнее отнесетесь к этому сейчас, вам не будет никогда стыдно за этот фильм, и, возможно, он сыграет какую-то роль в вашей будущей жизни. Не нужно недооценивать свою работу сейчас. Не нужно относиться к ней снисходительно, типа, ну мы же всего учимся, ну мы же дети там, или ну мы же еще кто-то там, не знаю, ну я же дурак, в конце концов, что вы от меня хотите. Нет, делайте сразу гениально, мой мастер нам в группе говорил, пишите сразу гениально. И когда-то я думал, что он над нами издевался, сейчас я понимаю, что это правильный, единственный верный подход. Время, которое вы потратите на фильм про печенюшку, про что-то, что вам самим даже не важно, и время, которое вы потратите на серьезную тему, на фильм, на серьезную тему, о чем-то важном для вас, а в конечном итоге о том, что достигнет сердца и ума вашего зрителя, время одно и то же. Результат совсем другой. Поэтому настраивайтесь и делайте сразу круто. Я в этом вам готов помочь. Можете подписаться в нашу группу Лучкино, зайдите в любом поисковике, наберите просто Лучкино в одно слово, вы попадете либо на наш сайт, либо на нашу группу ВКонтакте. Можете писать мне лично, я всех консультирую без проблем. Можете посетить наш вот это мероприятие «Фильм с нуля», которое проходит сейчас. Оно бесплатное, мы его проводим во многих городах. Можете написать, вставить в график, мы приедем к вам, проведем это. Пишите, выходите на связь.